Первое полугодие 1875 года. Надо поговорить о хождении в народ. Оно на пике было в 1974 году, но в 1975 как раз завершалось уже, отлавливали их. Но вообще хождение в народ, оно примерно три волны имело. Началось еще в 1861 году, когда прошли реформы, было очевидно, что обманули. Осенью 1861 года правительство повысило плату за обучение в вузах, так как в вузах в основном все там на революционные позиции студенчества сразу перешло, у них был очень популярен Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, там все левые авторы. Произошли студенческие волнения по поводу повышения платы за обучение, так как студенты в основном были из все-таки, ну, не совсем, так сказать, нищих, но из сравнительно бедных слоев населения, обычно городские там жители всевозможные. Вот они волновались, и в ответ на волнение многих студентов исключили из учебных заведений. Кроме того, правительство уже, так сказать, отслеживало всякие революционные кружки и пыталось исключать их членов. Герцен в газете «Колокол» тут же призывал, чтобы они шли в народ. Это, собственно, вот фраза Герцена. «Куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку? Сказать вам куда? В народ, к народу. Вот ваше место, изгнанники науки». Это, значит, написал Герцен в 1961 году еще. Но на тот момент под хождением в народ имелось в виду, что недоучившийся студент становился каким-нибудь учителем в деревне, либо фельдшером. То есть такого особенно пропагандистского, целенаправленной пропаганды не велось, однако Герцен имел в виду, что революционно настроенные студенты таким образом попадают все равно в деревню, общаются с крестьянами, да, в народ. Ну и это увеличит, по мнению Герцена, так сказать, революционность крестьянства. Все 60-е правительство гоняло левых, которых само же и разводило в конце 50-х, начале 60-х. И вот по мере разгона левых они часто применяли такую санкцию, как исключение из университета. Как бы на каторгу они только самых таких отпетых отправляли, а массовых участников кружков революционных часто просто исключали из университетов. Это ни к чему не приводило, то есть, естественно, на позиции поддержки правительства они не переходили, они больше там ненавидели царизм, ехали в деревню и там становились потенциальным, да, центром агитации революционной. Надо сказать, что еще в 1861 году революционер Зайчневский выпустил прокламацию «Молодая Россия», о которой я рассказывал, и пытался обращаться к крестьянам. Также выходили прокламации типа «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», которая приписывалась Чернышевскому, и другие. То есть опереться вот на этих своих людей в деревне они уже тогда пытались. Но в целом это не носило массовый характер. К началу 70-х годов выступил радикальный анархист Бакунин, о котором я рассказывал в отдельном клипе и часто поминаю вообще в это время. Он фактически контролирует весь интернационал, кроме немецких его фракций, и его идеи также популярны в России. То есть вот на начало 70-х господствует анархизм среди народников. Значит, так называемые народники, это слово обозначает всех левых, где-то, ну, до начала формирования политических партий, то есть всех левых до начала 20 века, когда уже сформировались эсеры, там социал-демократы и так далее. Эти самые народники сильно были неоднородны. Во-первых, было много легальных народников, то есть легальных левых. Вот даже Салтыков-Щедрин, вообще-то был чиновник царский, да, и то к ним относился. Вот Салтыков-Щедрин – легальный народник, потому что он был левых взглядов, но тем не менее, так сказать, был официальным лицом, там, пенсионером, чиновником высокого уровня. Ну, вот у него были такие взгляды, он считал, что только левые реформы помогут России, так как либеральные в ней проваливаются. Среди народников точно была развитая группировка анархистов Бакунин и Кропоткин. Это лидеры также и русских народников. Среди народников были такие лавровцы, ткачевцы и так далее. Террористы среди них тоже были, вот часто под народниками имеют в виду только группировку «Народная воля» и «Похожие», то есть это группировки террористов. Они были немногочисленные, потому что такие дела, как террор, не делаются крупными группами, которые заваливаются, да? Это был незначительный процент от всех народников, то есть сводить всех народников к террористам – это совершенно, так сказать, неправильно. Они дискутировали со всеми остальными народниками, и в процессе дискуссии с террористами, собственно, вот социал-демократы сформировались тоже. Так вот, еще раз, анархисты – это одна из крупных группировок народников еще с 1860-х годов. То есть у нас анархизм
восходит не к 1900 годам, как неверно говорят, когда появились группировки анархо-коммунистов. Это уже очень позднее. Анархо-коммунисты – это кропоткинцы и все такое. В начале 70-х годов среди народников доминировали бакунисты. Бакунин имел огромную революционную организацию на пол Европы, особенно в Италии, Франции и в Испании. И, естественно, он был русский, у него была масса последователей в России. К чему призывал Бакунин и примкнувший к нему на тот момент Лавров? Был еще такой Лавров, который издавал журнал «Вперед», фактически стоявший на анархических позициях в то время. Бакунин считал, что нужно пропагандировать революционные взгляды и по возможности немедленно призывать народ к бунту. Бакунин считал, что народ по своей природе к бунту готов всегда. Лавров считал, что нужно медленно просвещать массы. Бакунин считал, что можно немедленно призывать, что любой пролетарий изначально готов к бунту, потому что он понимает свое социальное положение. Он изначально готов к революции. Лавров считал, что надо постепенно эти идеи распространять, потому что люди к революции в России, по крайней мере, не готовы. Кропоткин сочетал идеи Бакунина и Лаврова. Вот как раз Кропоткин, он обосновал, почему нужно идти в народ. Он говорил, что для того, чтобы осуществить революцию, передовая интеллигенция должна создавать в деревнях кружки из активных крестьян. Постепенно эти кружки объединятся в крестьянское движение, и таким образом идеи интеллигенции о революционном преобразовании, они сомкнутся с массой и постепенно создадут такую массовую партию. Вот идеи Кропоткина в начале 70-х. Цели у всех абсолютно анархистские. И у Бакунина, и у Лаврова, и у Кропоткина. То есть уничтожить полностью царизм, заменив его федерацией самоуправляющихся общин крестьянских. Ну или городских коммун по типу Парижской коммуны. Собственно, все это вот одна партия. Парижская коммуна в основном возглавлялась анархистами. Восстание на юге Испании, кантональные анархистами. И народники, и русские. Ну, на первом, по крайней мере, этапе, это в основном анархисты. Ну, они там по тактике спорили. Анархисты всегда не сходятся в конкретных вопросах. Но все равно, так или иначе, цели одни и методы те, которые Бакунин предложил. В начале 70-х годов у них были одиночные попытки пропагандировать социализм в деревнях. Массовое движение в народ началось весной 1874 года, когда и бакунизм в Европе на пике. Во многом она была стихийной, как обычного анархистов. То есть, как обычного анархистов, собственно, какого-то единого руководства не было. Они через какие-то издания революционные, которые распространялись, призывали всех идти в народ, и все как просто шли, как хотели. То есть, какой-то вот централизованной партии по типу большевистского анархистов не было никогда. Нечаев просто создавал боевую группу, которой вот он хотел именно терроризмом заниматься, да? И группу Нечаева уже раскрыли к тому времени. То есть, никаких-то единых групп не было с централизацией. Вот все пошли, так сказать, и началось. Выяснилось, что у них довольно много этих народников, готовых пойти в народ, и которые разделяют идеи Бакунина. Движением охватили около 40 губерний, в основном Поволжье и юг России. Их лидеры, их народ запустили, потому что был голод в 73-74 годах, и они рассчитывали, что в Поволжье можно поднять восстание по типу Стеньки Разина или Пугачева. Ну, выглядело это так на деле, что вот, как правило, студенты, молодые, как правило, значит, в основном студенты по одному или небольшими группами под видом торговцев, мастеров и так далее, передвигались от села к селу, выступали там на всяких сходках крестьян, разговаривали с крестьянами, всем говорили, что власти их обманывают, призывали не платить налоги, не подчиняться никаким полицейским и по возможности их убивать, объясняли, что несправедливо распределили землю после реформы и так далее. Если крестьяне были грамотные, они им раздавали прокламации против царя. Первоначально народники пропагандировали атеизм, которого в основном они придерживались. Потом выяснили, что у народа всевозможные религиозные взгляды устойчивы, и атеизм там не получается. Тогда они начали фактически создавать христианские секты, народники. Значит, они говорили, что христианство призывает к равенству, что христианство против богатых, ну, что полностью соответствует христианству. Они всегда могли привести цитаты из Евангелия соответствующие. Я их тоже тут привожу, и у меня целый разбор Евангелия тут есть, анархистский. И это все тоже правда. Они также там собирали всевозможные сходки, на которых пели песни и так далее. То есть, по возможности, как бы они такой немножко религиозный смысл там придавали. Всевозможные богоискательства и богостроительство продолжатся и дальше. Анархисты-толстовцы создадут все-таки крестьянские секты. Толстой очень много с сектами, с реальными работал крестьянскими.
и, видимо, свою создал по их образу и подобию. Будут секты крестьянские, но, опять же, они не охватят там большинство крестьян, конечно. Все-таки толстовцы – это отдельные крестьяне, которые, вот, да, пришли к тому, что христианство проповедует ненасилие, и все это государство – это оно, по сути, антихристианское. Но это надо соответствующий уровень интеллекта и нравственности иметь, чтобы такие вещи понять и стать толстовцем. Надо сказать, что все-таки большинство крестьян не восприняли. Это с разными факторами связано. Например, ну, там были люди, в основном молодые, с ними разговаривали. Крестьяне, они так были настроены, что яйца курицу не учат. Что молодые, тем более городские, не могут им что-то рассказать, то, что им будет полезно. Во-вторых, надо иметь в виду, что даже языки-то отличались. Вот этот фактор постоянно у нас эти городские не учитывают. Крестьянские языки сильно отличались от городских, пока их там не уничтожили уже при Сталине, при Хрущеве. То есть они, скорее всего, даже не понимали то, что им говорят, а если и понимали, они воспринимали так, что говорят на иностранном языке люди из города, то есть, по сути, иностранцы. Поэтому воспринять это как свою идеологию крестьянам было сложно, да. Ну и да, вот с религиозностью промахнулись, выяснилось, что народ все-таки религиозен. Может быть, если долго продлилось, они бы смогли, но их довольно быстро отлавливали. Власти имели там всевозможных агентов в этих организациях, и они отлавливали, кто там народ движется, и хватали их. В то же время сами народники отмечали, что, по крайней мере, против помещиков крестьяне поддерживали и понимали этот смысл. Надо сказать, что несмотря на всю опасность вот такого хождения по деревням, участвовали в этом женщины, знаменитая Екатерина Брешко-Брешковская. В Москве создали Всероссийскую социально-революционную организацию, которая вела агитацию также среди рабочих Москвы. То есть вот то, что народники якобы не обращались к пролетариату, тоже неверно. Во-первых, по доктрине анархистов рабочие являются одним из радикальных групп трудового народа. Нельзя сказать, что Бакунин не ценил фабричный пролетариат. Он весьма его ценил, постоянно о нем пишут, что индустриальные рабочие – это одна из тех групп, на которых мы опираемся. Но мы на всех опираемся, не только на индустриальных рабочих, и на беднейшее крестьянство, и на интеллигенцию. Вот. Ну, индустриальные рабочие весьма это самое, склонны к революции, это все Бакунин тоже понимает. Просто он говорит, что в отличие от Маркса, он говорит, что не надо ими ограничиваться, потому что к ним не сводится. И, кстати, вот по поводу смычки рабочего класса и крестьянства очень много потом и эти ленинисты говорили, да, и большевики. Ну ладно, вот значит группа была, которая пропагандировала среди рабочих московская. Там было около 50 человек в Москве, и они в основном, значит, то же самое толкали рабочим в крупных городах, где они были: Москва, Тула, Киев, Одесса. Для этого они даже устраивались на фабрику, причем были женщины, народницы из этой группы, такие как Лариса Фигнер, они устраивались на фабрике, становились тоже ткачихами и создавали небольшие группы из рабочих. Они пришли к выводу, что рабочие лучше это все понимают, но поскольку рабочие большей частью из деревни, они пытались из рабочих создавать группы, которые потом пойдут в деревни. То есть вот, после этого опыта всего народники пришли к тому выводу, что у рабочих лучше это все идет. Они знакомы с городской жизнью, они лучше доверяют народникам, потому что сами городские. В то же время рабочие знают крестьянские языки, сами из деревни. Можно, в принципе, рабочих послать потом в деревню, вот такое они бы сделали, сагитировав их в городе. И потом они всякие эти кружки рабочие создавали постоянно. После того, как в 1975 году переловили значительную часть организации «Земля и воля», в следующем 1976 году объявит второе хождение в народ, это будет, по сути, третья волна, потому что первая была в 60-е, да. Третье хождение в народ, они предлагали делать постоянные поселения, вместо того, чтобы ходить по деревням, где никто тебя не знает и даже убить могут. Вот они открывали прямо мастерские или устраивались работать там учителями, врачами. И уже, так сказать, постоянно проживая в деревне, знакомясь с жизнью крестьян, они как раз вот пытались на постоянной основе уже агитировать. Бакунин постоянно призывал идти в народ. Бакунин говорил дословно: «Вступайте в народ, там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Научитесь у народа, как служить ему и как лучше вести его дела». То есть на самом деле Бакунин-то был мудрый, да, он говорил, что надо научиться у народа. Наши студенты, конечно, часто палку перегибали, что приводило к проблемам. То есть вместо того, чтобы учиться у народа, чтобы понять его, они его начинали сразу учить. Ну, они же учителя были по специальности, да. Это, да, приводило часто к тому, что крестьяне обижались и сами их ментам сдавали. Но это не значит, что крестьянство у нас не способно там к какой-то революционной деятельности. Оно ее активно вело в начале 60-х. Была масса крестьянских волнений, независимо от этих народников.
крестьяне потом в 905-м и в 17-м и во всех годах будут очень активны революционно. Их постепенно они получат образование, они начнут на выборы голосовать за социалистические партии или там за кадетов. Это все уже в 905 году будет налицо. В 5 году, вот опираясь на этот опыт, что хождение в народ провалилось, царисты увеличили крестьянам представительство в парламенте, думали, что крестьяне будут голосовать за царя. Крестьяне поголовно все проголосовали за эсеров, за кадетов. То есть за радикальные революционные партии. В общем, то есть выяснилось, что царистов тоже крестьяне не поддерживают. Просто вот народники как-то, первый, как говорится, комом не раскачали. Надо было лучше им знать народ. Чуть позже я буду о процессах говорить. В 77-78 годах пройдут процессы над участниками наиболее активными хождения в народ. И там мы еще раз по поводу всего этого побеседуем. Но в целом неудача хождения в народ воспринялась многими не как их личные проблемы русских интеллигентов, а как то, что бакунинская тактика провалилась. Поэтому в конце 70-х часть переходит к позициям легального народничества, что нужно, так сказать, долго-долго просвещать народ, и потом, может, придем к социализму. А часть переходит к терроризму. И то, и другое – это отступление от анархизма, и это уже другие, так сказать, партии, и потом террористы у нас будут называться эсеры. Но это будет чуть позже. То есть вместо анархистов будут лидировать бланкисты. Вот я говорил, что еще в Парижской коммуне два крыла было – анархисты и бланкисты. Это абсолютно как у нас в 70-е – анархисты и эсеры. Про бланкистов и про их подвиги все знают, что они под конец царя убили. И про них я тоже поговорю. Надо подчеркнуть просто еще раз, что, во-первых, я к этой партии не принадлежу, да, тут меня будут в оправдании терроризма обвинять. Я принадлежу к другой партии, к анархистской. И в массе своей русское народничество, русские левые конца 19 века не принадлежали к террористам, конечно. Террористы – небольшая очень группировка, которая вообще по непонятным причинам вечно от лица всего народа там вещала. О них будет еще речь, о всех их проблемах. И героизме тоже, кстати. В 1875 году, в мае, был заключен Санкт-Петербургский договор между Российской империей и Японией, который сейчас постоянно тоже фигурирует в проблеме Курильских островов. Значит, суть была в том, что по этому договору в обмен на остров Сахалин Японии отдали вообще все Курильские острова. Российскую империю представлял министр иностранных дел Горчаков, а Японию посол Номота Такааки. Согласно Симоцкому трактату, про который я уже рассказывал, 1855 года, Сахалин был совместное владение России и Японии. Однако выяснилось, что Россия интенсивно Сахалин осваивает. Туда после того, как крепостное право-то у нас уничтожили, поехало много крестьян в Сибирь, в том числе на Сахалин. Россия планировала на Сахалин каторжников загрузить. На Сахалине начали разрабатывать полезные ископаемые. В общем, нужен был Сахалин, а японцы просто там рыбу ловили. Вот раз японцы любят рыбу ловить, им предложили Курильские острова, на которых много рыбы, а в обмен на то, что они, значит, Сахалин оставят в покое. Россия, конечно, была сильнее. Могла, конечно, на тот момент и воевать. Россия только что захватила Владивосток, но воевать не хотели, тем более на Дальнем Востоке, и поэтому с японцами договорились. Японцы очень долго торговались. Россия даже хотела себе три северных острова оставить. Договорились на этом, что Курильские острова всей Японии, а Сахалин полностью России. На Петербургский договор тоже постоянно Япония ссылается в оправдание претензий на Курильские острова. То, что Россия сама подписала, что вообще все Курильские острова японские, а не только южные. В обмен на Сахалин. Сахалин Россия контролирует. Вот давайте нам Курильские острова. Позиция некоторых японцев. Там были айны, которые приняли православие. Часть из них уехала на Камчатку. Часть приняла подданство японское. И потом еще длительно сохраняла православие. Вот памятники православия там есть. Но там их было мало. Население всех Курильских островов было около 200-300 человек. То есть это небольшое количество людей на самом деле. Да, и острова-то там маленькие. 1875 год. Китайцы подавляют независимость Кашгарии. Я рассказывал вкратце, что во время восстания тайпинов, по сути, Китай развалился и отделилась Кашгария. То есть вот Туркестан-то, где уйгуры живут. Там они создали мусульманское государство Якуббека. После того, как подавили тайпинов, еще они сохраняли независимость, потому что Китаю было не до них. Наконец, китайцы собрали войска и в 1875 году опять пошли завоевывать восточный Туркестан. Но там природные условия тяжелые, поэтому наступали медленно.
17 августа 1876 года взяли город Урумчи китайцы, полководец Цзо Цунтан. Потом они, значит, отдохнули, потом к югу от Урумчи они в 77 году весной начали наступать. Пустыня, нехватка воды, все эти проблемы тогда и в армиях цивилизованных государств с трудом решались, тем более в китайской армии. Тем не менее, они победили кашгарцев, мусульман, которых было еще меньше. В мае 1877 года хана Якуба-бека отравили. Кашгария распалась на несколько государств, которые поодиночке все победили китайцы. В таких условиях китайцы вышли полностью на границы России. Россия это продвинулась уже, и Казахстан весь захватил, и Среднюю Азию. Ну вот и поэтому скоро будет новый договор между китайцами и Россией, разграничение границ, о котором я поговорю. Часть мусульман бежала в среднеазиатские владения России, и теперь они называются дунгане. Весной же 1875 года, с 1 марта по 20 мая, точнее, с 1 марта по 20 мая 1875 года в Париже проходит международная конференция с участием представителей 20 государств, которая подписала метрическую конвенцию о том, что в разных странах будут приняты единые метрические стандарты. Вот она, вот, международная метрическая система. Собственно, все это продолжается с становлением международного права, потому что начали принимать там законы о раненых, о военных обычаях, вот о общих мерах. Это все вот международное право, значение которого возрастает. Метрическую конвенцию подписали 20 мая 1875 года в зале часов Министерства иностранных дел Франции в Париже. Надо сказать, что подписала и Россия, но реально метрические меры, как мы знаем, вводили медленно и окончательно ввели только после революции 17 года. Были образованы всевозможные международные первые институты, к которым относилось Международное бюро меры весов, Международный комитет меры весов, и они проводили также генеральные конференции по мерам и весам. Честно говоря, вот эти метрические организации – одни из первых международных организаций, которые просто вот все государства собирались и выясняли, какие будут единые вот способы измерения. Потом появилось много международных организаций, их роль возрастает, и к ним мы еще много раз вернемся.